Всем привет! Всем добрый день или вечер. Раньше, знаете, как письма писали? Добрый день или вечер. Так вот и у меня. Кто-то же на западе, кто-то на востоке, кто-то на севере. Мы на востоке. Вот хлебушек мой подходит. Сейчас я его ставить буду в духовочку. А это уже у меня готовое изделие. Вот. Такие вот у меня мягкие. Ну, разрывать не буду. Что их разрывать там повидло? Что кушать не буду, что будет валяться. Вот мягенькие такие прям. Вот. И просто булочек. Думаю, может, с маслом, может быть, с чем-нибудь. Вот такие уже остыли мягенькие. Ну, и немножечко сделала не ватрушек, а целые пиццы. Большие, мягкая тоже такая вот. Хороший творожок такой. Вот такая сегодня у меня работа была. На мороз вынесу. И, пожалуйста, надо, бери, кушай, завтракай, ужинай. Пойду соседочку сейчас угощу. Мне ж столько все равно не съесть. Вот такие вот сегодня у меня пироги. Прям по-настоящему пироги. Ну вот хлеб подходит. Сейчас хлеб буду ставить. Все. На этом целый день сегодня. Но зато день прошел с пользой, как-то на душе приятнее. А то бы валялась, ой, я не могу лежать долго, у меня не получается долго лежать. Начинают болеть косточки все. Лучше постряпать. Найдется кому поесть. Было бы, что постряпанное, поесть есть. Найдется люди. Это работать не найдешь людей. А постряпать всегда найдешь. Стряпанное покушать. Стряпанное найдешь. Черт, что сказала. Ну вот. Голова что-то занята другой мыслью. Ну, стряпайте, девочки, девушки, бабушки, женщины, дамочки. Это лучше, чем покупать в магазине. Очень мягкие, сдобные. Нажимаешь, они как пух. Как пух. Даром, что большие, но они очень мягкие. Я уже одну такую скушала. Вареньем. Хотела тут внутри еще вареньем сладеньким. И кисточкой прошлась. И вот от варенья так вот, как вроде бы горело. Пригорели варенье. Облепиховое. Хотела посладить. Все. Теперь я себя обеспечила. Ой, даже не знаю, насколько. Надо друзьям раздавать. Ну, на морозе-то еще ничего. На лоджию вынесу, ведро сложу, крышечкой прикрою, потому что морозильная камера у меня заполнена. Ну, вот это я и хотела вам показать. Пока-пока. Всем счастья, здоровья, хорошей стрепушки. Настряпайте себе, не пожалеете. Пока.